При девчонке-мальчишке решила я, что мне нужен витамин D очень сильно, но не в витаминах, а в солярии. Видите, у нас торговый центр вот, и напротив торгового центра есть солярий в Юсхиме. Но навигатор меня повел какими-то окольными путями, вышла на остановку раньше, вот, и получается через частный сектор шла, хотя гораздо ближе было бы просто вот доехать до Юсхейм-Сташун. Сейчас покажу вам вывеску, кому надо, кто интересуется. Заходите, конечно. Сейчас мы с вами зайдем и будем смотреть, что здесь. Звук накладываю сверху, потому что на улице озвучка получилась никакая. Итак, цена у него 105 крон за 10 минут. Вот, смотрите, сзади флаг наш украинский. Невероятно приятно. Сейчас посчитаем, сколько же здесь все-таки всяких вот кабинок. Смотрите, какая девушка на вывеске красивая. Так, считаем кабинки, потому что прям очень большое помещение. Одна кабинка, вторая, третья. Так, третья. Идемте дальше. Здесь получается все три. Какая-то вот вывеска. Четвертая кабинка. Пятая кабинка. Смотрим дальше. Шестая. Седьмая получается. Вот восьмая. Но написано, что их 11. И вот смотрите, здесь инструкция для разных типов кожи. В какую кабинку идти, как долго загорать. Я вот перевела все. Как видите, все очень серьезно здесь. Все, зашла, лежу, загораю. Вот сверху здесь, видите, куча-куча ламп надо мной прям светит. Вышла. Здесь, смотрите, вот есть специальный гель, когда вы ложитесь, обрабатываете им, протираете, потому что здесь ложатся, как вы понимаете, все голыми попами. Салфетки специальные. Гель прям наливаете и протираете, не стесняясь. Есть полотенца, чтобы вытирать, мусорные такие баки здесь. И вот сама кабинка, вы ложитесь и закрываете. У кого клаустрофобия, тем, конечно, это не подойдет, потому что прямо в глаза упирается в монитор. Все. Позагорала. Честно говоря, не чувствую никакого нижения, ничего. У нас в Украине солярии были, ну, те, которые я ходила горизонтально. То есть ты стоишь, закрываешься, и вот 10 минут ты просто стоишь, слушаешь музыку. Можно там такой поручень поднять руки, а здесь вы лежите. Для меня этот опыт впервые, немножко необычно. Что хочу вам рассказать. То есть, ну, сложности возникли. Оплатить картой, если у меня нет аппа. Я, получается, захожу, ищу апп, а... Если вводишь там, допустим, название, у меня он высвечивается не такой, как на картинке. Я-то его установила, но я понимаю, что того, которого нужно, нет. И вот подходит девушка, заходит уже загорать. Я говорю, я тренгер хел. Она подходит, в общем, было очень, знаете, ну не то чтобы очень сложно, но тем не менее. Начали разбираться, она говорит, да, у вас не то приложение. То приложение вводили, искали. Она пошла над плечами, говорит, не знаю, почему-то у вас не скачивается. По факту, в общем, там можно платить карточкой. Но чтобы платить карточкой, нужно позвонить на их горячую линию, чтобы они прислали код, этот код вводишь, и тогда уже идет оплата с, скажем, с телефона. Вот. И девушка, вы знаете, такая очень отзывчивая, позвонила, что сама даже я ее не просила. Она набрала, позвонила им, с моего телефона поговорила, код пришел, код ввели, она мне говорит, шестая кабинка, 10 минут, и сказала, что еще гель. Обязательно обработайте всю гель. Я говорю, да, спасибо. Спросила, с какой я страны. Вот, поэтому все, видите, мир не без добрых людей. Теперь я уже буду знать, как и что. Вот, что происходит. Но, опять-таки, надо как-то найти мне вот этот этап, потому что у меня он не скачивается нужно. Так, что еще? Пришла я на Юсхейм-Сташун. Можно, конечно, подождать автобуса минут 10. А потом думаю, у меня мало подвижности, мало хожу. Поэтому три остановочки пешочком пройтись можно. Вот такая погода, знаете, такой как бы мелким-мелким моросящий дождик. Но, тем не менее, это мне не помешает пройтись. Пройду сейчас до бассейна три остановки, а потом уже обратно, конечно, буду ехать. Что, я приехала в бассейн, а сегодня какое-то там соревнование. В меню куча людей, в формах, все плавают. Вот смотрите, на заднем фоне у меня виды какие, пока я здесь парюсь. Увидели вот так вот. Куча всего, подходят всякие люди с микрофонами, берут интервью, причем снимают на телефон. Меня удивило, что когда берут интервью, снимают на телефон. Это немножко поснимаю.
Слушайте, ну это, конечно, классно. Камни потрескивают, наблюдаешь, как кто-то плавает, конечно. Сейчас вот у них перерыв какой-то, а да, он там дальше. Ну, классно, конечно, такое зрелище. Вытянула себе расслабон из зрелища. Я дошла во Фредекс, купила вон целый пакет. Масленку, лампу настольную, ну покажу вам, ночничок такой, покажу вам дома, что, конечно же, приобрела. Здесь красивая сервировка всего. Пришла домой, сразу же с порога включила чайник. Так, сейчас буду вам показывать, что я приобрела во Фредексе. Огромный пакет ванн. Так, чек на 559 крон, вот 559 крон, видно вам, так. Начинаю показывать. Вот такие вот гольфы высокие. Сколько они мне обошлись? 40 крон, но они из альпаки, еще где-то тут написано. Альпака. Сейчас мы их откроем сразу. То есть я вот такие вещи очень люблю. Высокие, тепленькие, ходить по дому. То есть классные. Так, взяла с упаковкой, как видите. Дальше показать вам хочу, где. Вот такие перчатки взяла. Они за 49-50 крон. Классненькие. Внутри, вон так показать внутри. Внутри они еще и на флисе. Немножко большеваты, но в любом случае после кого-то, я их, не знаю, новые они нет, немножко я их простерну, они, конечно же, подсядут. Главное, не в машинке, чтобы не превратились в рукавицы для кукол. Так, дальше. Вот это вот. Ой-ой-ой. Дошла, знаете, зачем? Там всегда классная посуда. Взяла, вот сейчас покажу вам, масленочку. Вот классная масленка. Я люблю такие еще. У меня в Украине была стеклянная, прозрачная. Ну, пока, думаю, пусть будет вот такая. 40 крон. Очень даже ничего. Так, это есть. Потом с Гермионой толстовочку Н взяла. Вот так вот. Она у нас обошлась 80 крон. Мы их же нужно искать. Я в последнее время во Фритекс не хожу, потому что там цены на футболки. Бывает футболка с дыркой, но она весит 200 крон. Или 250, или там 280. Есть какие-то вещи, которые вообще покошлачены, которые ты даром бы не взял. Нужно всегда смотреть. Еще взяла, сейчас вам покажу. Надо выложить сюда. Так. Вы же все знаете, что у меня N. Очень любит Гарри Поттера, все, что с ним связано. Я вот захожу, сейчас достану. Так, как же так ее, чтобы она была. А. Ну, что, в общем, я захожу и вижу вот эту вот сову, как вы помните, Гарри Поттер. Вот этот вот, как Энвай говорит, осенний вайб. Так что вот ей в комнату будет такая лампа, ночничок. Так, что-то тут у нее как-то она держалась хорошо, сейчас как-то она уже перестала держаться хорошо. Вот, ну, в любом случае, я ее проверяла, она рабочая. Вот, думаю, что Эн будет довольна. Так, это для нее. И еще, конечно же, снова для Эн. А это дальше вам покажу. Вот такая. Очень теплая кофта. Она прям реально теплючая-теплючая. Так, она мне обошлась в 200 крон. Но вот за это 200 крон мне как-то не жалко. Она прям такая толстенькая. Моему ребенку будет очень тепло. Хоть по дому ходи, захочет куда-то еще один. Все. За 200 крон считаю, что очень даже круто. Все, мои дорогие. Буду сейчас пожую что-нибудь. Скоро придет Эн со школы. И на вечер у меня в другую коммуну поеду на рисование. Вот, потому что у нас рисование уже завершилось. А у меня свободные 2 недели. Я хочу по максимуму, знаете, насладиться всем. Все успеть в эти 2 недели. Смешав 3 таких цвета, мы получаем вот такой фон тумана. Сосед рисует кота. И вот что у меня получилось, сейчас вам покажу. Вот такая каляка-баляка. Все, вышла я с рисования. Сейчас, видите, помните, утром, честно говоря. А теперь вот куда идти? А я совершенно не помню, куда идти. Сейчас будем разбираться, куда идти. Вот там, сзади огни. Познакомлю с девчонками, все такие дружные, все друг другу помогают что-то рисовать. Сейчас иду на остановку. Автобуса ждать мне минут, наверное, 20 придется. Ну, дождик такой, знаете, мелкая морось, но не ливень. Немножко постою. День сегодня у меня насыщенный. Получается, утром был бассейн, потом солярий.
и к вечеру рисование. Но я очень довольна, потому что это лучше, чем просто просидела бы я на диване, и ничего интересного у меня бы не случилось. А я сегодня в автобусе, пока ехала, в 5-часам позанималась норвежским. То есть я сегодня успела максимально много. Вы знаете, вот день такой прям беготня-беготня, но очень продуктивный, очень классный. Сейчас бы я не столько находила.